Всем привет! Минэкономразвитие не ввело предложенный Чубайсом налог. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу более подробно. Минэкономразвитие не включило в законопроект о госрегулировании выбросов положения, который разработал глава Роснана Анатолий Чубайс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра экономического развития Михаила Растрегина. По информации издания, такое решение связано с заключениями Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей. Летом глава Роснана сообщил, что в России требуется ввести углеродный налог для стимулирования промышленников к сокращению выбросов углекислого газа. Ранее сообщалось, что в Совете Федерации инициативу не поддержали. Сенаторы выразили опасения, что такой сбор приведет к негативным последствиям для экономического роста. Парламентарии предложили вначале проанализировать объем вредоносных выбросов. На этом пока все. Еще больше свежих новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!